мои гигантские кузнечики умерли от депрессии. Все дело в том, что недавно нам пришлось почистить их террариум. И во время этого мы рассадили их по двум разным террариумам. Они настолько скучали друг по другу, что в итоге умерли в один день. И вот что из них получилось. Возможно, из них можно сделать какую-нибудь интересную поделку. Как вы думаете? А я решила пранкануть свою коллегу. Несмотря на то, что мы работаем с экзотами, очень многие мои коллеги боятся насекомых. К счастью, несмотря на эту трагедию, кузнечики успели оставить потомство, и мы сможем оставить несколько пар, которые тоже в свою очередь дадут потом потомство. Однако нужно подождать, когда они вырастут. Вот такие малыши, и их у нас очень много, они доступны для покупки. Завели бы себе такого малыша?